Программа выходит в эфир при поддержке Вятского государственного университета. Книги рождают мечту, вызывают ее к жизни, заставляют размышлять, воспитывают самостоятельность суждений. Помогите своему ребенку полюбить мир книги вместе с магазинами «Бумага». Здесь вы найдете научную и художественную литературу для семейного чтения, развивающие игры, учебные пособия и рабочие тетради. Огромный выбор книг для исследователей всех возрастов. Читайте и изучайте вместе с сетью магазинов «Бумага». Огромный выбор книг на Октябрьском 88 и МОПРО. Все перепробовали и не знаете, где еще отметить день рождения школьника? Приходите на Вятский квест. Команда совершит приключения с логическими ловушками, тайниками, ключами и встроенными механизмами в путанице комнат. А именинник проявит свои лучшие качества. Удивите своих гостей. Звоните 49 32 40. Вятский квест. Находимся в самом центре города. Володарского 132. Детская познавательная программа «Открывашка». Открываем мир вместе. Всем доброе воскресное утро. Начинается программа «Открывашка». Вы не ослышались. У микрофона Владимир Сметанин. Сегодня 30 апреля, на часах 10:08. На носу самый красивый, самый замечательный поистине месяц весны. Май уже завтра наступит. И нам завтра обещают замечательную солнечную погоду. Очень теплую, больше плюс 20. Очень хочется надеяться, что этот прогноз обязательно сбудется. Напоминаю, в чем смысл «Открывашки», если вы впервые слушаете нас. У нас есть такая интеллектуальная, развивающая составляющая. Мы узнаем что-то по конкретной теме, чуть позже тему я озвучу. Есть часть вторая, это игровая викторина. Мы вместе с ребятами и вместе с гостями задаем вопросы вам, наши слушатели. Вы отвечаете, когда дозваниваетесь по телефону 211-101, а затем выбираете тот подарок, который вам больше всего хочется получить. Список подарков мы сегодня обязательно озвучим. 211-101. Представляю моих соведущих, давненько с ними не виделись. Ну, во-первых, привет говорю Злате Андреевой. Злата, привет. Здравствуйте. Доброе утро. Сашка Пылевич тоже с нами. Доброе утро. Привет. И Миша Голиков. Привет. Миша, привет. Еще раз, да, повторю, давненько не виделись. Что произошло у вас за последнее время? Как дела в школе? В первую очередь хочется знать. Злат. В школе хорошо. Хорошо. Написали все ВПР. Что это такое? Это всероссийские проверочные работы. Ага, вся страна, все школьники. Вот, да. Нет, мы ВПР не писали. А там оценки? Оценка как-то ставится? Да, ставится. По пятибалльной, да, системе? Да, по пятибалльной системе. Какую получила оценку? Пока не знаю. Ага, а когда будет известно? Ну, вроде написали хорошо. Хорошо. Миш, тоже писал? Да. Да. У меня по русскому 5-4, а по математике 5. Ну, отлично. Вот у меня так же. Отлично. Саш, ты сказал, что не писал. Почему не писал? Потому что у нас экзамены. Мы в прошлом году ВПР не писали, хотя мы пятиклассники. Ну-ка, напомните, в какой школе-то вас так? Вятская гуманитарная гимназия. Все учатся. Да-да-да, все трое ведущих открывашки учатся в Вятской гуманитарной гимназии. У нас просто экзамен. ВПР пишется с 4 по 5 класс и 11 еще классы пишут. А там потом ЕГЭ еще будет впереди, да? Угу. То есть все сложнее и сложнее. Вот у нас в 6 классе экзамен по английскому, который вы тоже будете сдавать. Да, у нас в этом году экзамен, да, по английскому. Ну, желаю вам удачи, конечно же, все эти испытания с честью и с достоинством выдержать. А знаете, что за праздник завтра будет, кстати, отмечаться, Саша? 1 мая. Мир, лень, май. Мир, лень, май? Да. Это ты где прочитал? Кто тебя научил? Труда нет, надо лениться. Понятно, ты сегодня саботировать, видимо. Я сегодня все уроки сделаю. Так, подождите, а помните, как официально это называется завтрашний праздник? Мир, труд, май. Нет. Официально. День, вот, день труда. День труда. Первомайский. Вот вы именно, праздник. Да, Миша, в это направление мыслишь, да. День весны и... Труда. И труда. День весны и труда завтра. Вот, о, да, очень надеюсь, что погода завтра будет хорошая. Мы целый день проведем буквально на улице. Будем гулять, развлекаться. Ну, а сегодня все-таки поиграем. Вы нашу тему сегодняшнюю прекрасно же знаете. Мы сегодня будем говорить, по большому счету, о великом и могучем, как это говорится, языке, на котором мы с вами говорим. Общеизвестно, что в каждом регионе, так скажем, да, нашей страны есть свои особенности языка. Диалекты, так называемые. Саша, ты знаешь, что такое диалект? Можешь пояснить своими диалект словами? Диалект русского языка. Территориальные разновидности русского языка, объединяемые в традициях русской диалектологии в две основные крупные диалектные величины. Так, я сейчас чуть под стол не сполз от такой формулировки. Очень сложно, очень сложно. Давайте мы своими словами, да, максимально подробно и максимально ясно о диалектах
Сегодня постараемся поговорить с нашим специалистом. У нас в студии гости. Это Анна Чулкова. Анна, доброе утро. Доброе утро всем. Вы, Анна, студентка факультета филологии и медиакоммуникации ВетГУ. Да, все верно. Угу. У вас, кстати, какие оценки? У меня все в порядке. Все хорошо. Да, конечно. Сессия это впереди, да? Да, еще впереди. Вот, очень скоро. 5 июня. Хорошо. Итак... А, кстати, перед тем, как мы начнем разговаривать про вятский диалект, вы исконно вятские слова знаете, Злат, Саш, Миш? Я вообще не из Кирова. Ну, ты, понятно, приехал, но, может быть, уже успел научиться? Нет. Кто-то тебе что-то говорил? Ну, вот самое такое распространенное... В столовую, когда заходишь, спрашивают, может, хотишь гречи? Хотишь гречи? Вот так вот мы говорим здесь. Слово «баска» слышал уже? Да. Это хорошо. Хорошо. Вот оно... Считается нашим, да, исконно вятским, Аня? Подключайтесь уже. А баска и даже басконький, басовитый, это все слово не то чтобы хорошо, это больше красиво. Красиво. Да. То есть, примерно оттуда же, да. То есть пришел парень, например, на какую-то вечерку, вечеринку, да, видит девчонка красивая. Да, басконькая. Ай, какая басконькая, говорит. Вот все это, конечно, очень интересно. Мы сегодня поподробнее будем об этом говорить, но мы всегда начинаем сразу же с вопроса нашим слушателям. Вот сейчас, нет, все-таки, наверное, Аня у нас первая задаст вопрос. Анна, простите, вы сейчас зададите вопрос 211-101 нашим слушателям, а затем Злата озвучит те призы, которые у нас сегодня есть. Задавайте вопрос. Первый вопрос будет таким. В нашей Кировской области есть поселок с названием Раменье. Так вот, что же такое Раменье в вятском диалекте? Первый вариант – это оконная рама. Второй вариант – это рамка для картины. И третий вариант – густой дремучий лес. Слово Раменье. Напомню. Я уже предполагаю. Предполагаешь, но молчок. Это все-таки нашим слушателям. Злат, тебе слово, давай озвучивай. Какие у нас сегодня призы имеются? Сегодня в копилке у нас есть книга «Маленькая Баба-Яга», «Маленький водяной, маленькое привидение», энциклопедия «Животное России», энциклопедия «Географические открытия», также книга «Щенок, кнопочка или умная малышка», книга «Марси Уотсон. Настоящая принцесса», приглашение на двоих в кота-кафе «Зубки», билеты в кинотеатр «Киномакс», сертификат на посещение вятского квеста целой командой и приглашение на семейное посещение собачьей деревни Мохнатия. Вот так вот. Богатый достаточно список призов. Я так понимаю, у нас уже есть звонок, да? 211-101. Миша, я предоставляю тебе возможность сейчас пообщаться с нашим слушателем. Или это слушательница, не знаю, сейчас выясним. Давай. Привет. Здравствуйте. Как тебя зовут? Маргарита. Сколько тебе лет? 13. В какой школе ты учишься? 70-й. И какой ответ на вопрос? Ну, первый вот про Раменье. Оконная рама. Ага. Оконная рама. Ты пошла легким путем, видимо, да? Вот как на слух. Раменье, рама. Анна, правильный это ответ? Нет, это неправильный ответ. А давайте Маргарите... Второй шанс. Второй шанс дадим. Не хочется тебя, Рита, отпускать. Вот смотри, второй вариант рамка. Я тебе не советовал бы обращать. И третий вариант густой дремучий лес. Третий. Поняла подсказку. Конечно, это же Киров. Поняла. Да. Густой дремучий лес. Да, это действительно да, так. Это дрема или деряба, или дремучий лес. Раменье, дрема, деряба. Вот вот это, да? Да, дремучий лес. Ну, вы знаете, что у нас много ведь на территории региона дремучих лесов. И все это можно назвать раменьем. Вот когда-нибудь будет вам какая-то тема разговора про лес, вы скажете, а я знаю, как называется у нас непролазный лес. Раменье. Можно сказать просто тундра лесоповальная. Запомните это слово? Да. Пополнили свой словарный запас? А какой приз ты хочешь? Да, какой, Рит, хочешь приз? У нас, смотри, есть книги и билеты. Давайте книги. Книгу. Ну вот смотри, для девочек у нас есть книги «Марси Уотсон. Настоящая принцесса» и книга «Щенок, кнопочка» или «Умная малышка». Давайте первую. Первую? Хорошо. Замечательный выбор. Хорошо. Не клади, пожалуйста, Рита, трубку, пообщайся с нашей помощницей, она объяснит, как тебе забрать подарок. И да, наперед, если у нас, да, я к вам обращаюсь, Саш, Миша, Злата, если у нас победитель будет затрудняться сразу сказать, мы его будем отпускать, нашей помощнице Вере будем ее передавать, они там договорятся, что. Хорошо. Так, Анна, давайте дальше про диалект все-таки, про нашу особенность. Я хотела в первую очередь немножко рассказать именно об особенностях нашего вятского диалекта. Угу. Говор это северно-русский, и главной такой особенностью, которые знают все, является оканье. То есть мы очень четко произносим звук О во всех словах. Никогда его не редуцируем, не говорим такое полу-А немножечко. Миш, скажи молоко. 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 Вот, молоко. Именно. Во-вторых, на месте В, звука В, мы можем произнести В.
То есть деуки, лаука. То есть вот такой деуки, полузвук между лаука. В и У. Угу. А, иногда бабушки в наших записях пропускают букву В в начале слова, и вместо внук-внучка говорят нук и нучка. Нук, внучка. А, вы когда-нибудь от своих бабушек, дедушек слышали такое? Нет. Нет? Нет. Они не проглатывают букву В, всегда говорят правильно? Всегда правильно говорят. Да. Ну, если, например, в глубинку нашего региона забраться, то, наверное, можно там в так называемую, если этнографическую экспедицию, да, отправиться. Ага, в тундру лесоповальную. В Раменье. В Раменье, Саша, правильно. И еще одна особенность, это вот именно тема моей статьи, в связи с которой я сюда попала. Это научная работа ваша, да? Это моя научная работа, это взаимная подмена звуков «ц» и «ч». То есть может жить семья, бабушка и дедушка, и при этом бабушкам будет говорить на месте «ц» «ч». Ой, а я знаю уже конкретный пример. Например? Можно я? Чапля. Курича. Курича, курича, да. Не курица, курича, а на курича, да. Курича на именно. Уличе. Именно. А, вот. Или, допустим, вместо цапля – чапля, вместо цепь – чепь. Угу. Вот. И в этот же момент ее дед, с которым она прожила, предположим, лет 25-50, он может говорить на месте ч – ц. То есть у него цай. Будет кофта – тька. Тяй, да. Цай. То есть это будет такое, причем либо мягкое, либо твердое. Вот это особенность связана с тем, что рядом с нами очень много народов не русских, не славянских. Финно-угорские в том числе. Да, это финно-угорские народы, которые вот нам эту особенность принесли, мы ее переняли. А вот, так. Это такие вот. Если у вас вопросы есть, Саша, Миша, Злата, вы задавайте, наши гости, это хорошо? Вопросов нет. Хорошо. Да. А, ну, мы сегодня с вами будем разговаривать больше о лексике, то есть в словарном запасе вятского диалекта. Лексика – это то количество слов, которые есть, собственно, в обиходе, используются, да, человеком. Угу. А, вот, и я так вижу, уже есть вопрос. Вопрос, Саша Копылевич. Случаю находятся здесь лапти. 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 Мы о них поговорим. Конечно. Немножко забежали вперед. Да, заходите обязательно на сайт kirova.ru, если у вас есть такая возможность. Там есть видеотрансляция нашего эфира. Ребят, помашем в камеру тем, кто нас смотрит. Привет! Привет, доброе утро. Просыпайтесь, присоединяйтесь к нам. Скоро прозвучит еще один вопрос, и вы будете звонить 211-101 и пытаться отвечать. Так. Немножко скажу о тех книгах, которые я с собой принесла, и потом мы уже поговорим о вещах, экспонатах наших. Вот, как вы знаете, уже совершаются у нас этнографические экспедиции, то есть мы ездим по деревням каждый год и разговариваем там с бабушками и дедушками, записываем особенности их речи. Вы знаете, что такое этнографическая экспедиция? А-а. Не знаете? Нет. Ну, давайте пояснить, Анна. То есть группа студентов, да, группа, ну, не обязательно студентов. И преподавателей, и аспирантов выезжают в глухую деревню, ходят в гости к бабушкам, дедушкам, записывают на диктофон их рассказы о своей жизни, и потом эти рассказы как бы используются нами для вычленение вот таких необычных особенностей. Вам было бы интересно в этнографическую экспедицию отправиться куда-нибудь? Да. В глухой лес? Да, стоит да. Там вы такая бы деревушка. Уснули, пока не рассказывали? Деревушка, да. Несколько почему? Деревушек. Ну, мне неинтересно, например. Неинтересно. А представляешь, забираешься вот в глухую деревню, там стоят покусившиеся такие домики, где живут старушки. Интересно зайти в сам дом. Старички, и заходишь, да. И там всевозможные вот старинные предметы, сундуки стоят, какие-то кружева, я могу так к бабушке в деревню съездить. Угу. А, вот, и результатом этих экспедиций стал большой областной словарь вятских говоров, большое количество томов, уже практически готовится последнее издание. Где с ним можно ознакомиться? В библиотеках есть? Да, есть в библиотеках кировских, есть у нас на кафедре, если есть желание, то можно и туда сходить. Вот, и был выпущен вот такой специальный тематический словарь вятских говоров для учеников школы лицеев. Тематический словарь вятских говоров, в общем-то, такое солидное издание. Солидное издание, очень интересное. С картинками можно ознакомиться, можете полистать. Злата, полистай, пожалуйста. Понравится тебе? Вот, Порекомендуешь ребятам? Да? Ну, по крайней мере, по обложке да, уже можно обложка, да, обложка такая хорошая, блестящая, да. Здорово. Сколько времени ушло на то, чтобы вот это вот в эту книжку все уплотилось? Если честно, экспедиции у нас проводятся с 1918 года. Я лично держала записи 45-го. То есть 100 лет в следующем году да, будет Да, в следующем году будет 100-я экспедиция нашего университета. И что, бесконечно можно так вот можно совершать эти экспедиции, каждый записывать? Или уже все сделано? Каждый год находятся какие-то слова, которые до этого были неизвестны. То есть русский язык богат, он развивается, и диалекты, они не мертвые, они все равно немножечко модернизируются. Так, я думаю, пора задать следующий вопрос. Миша, я тебе даю право.
Какое отопление в большинстве деревенских домов? Какое отопление в большинстве деревенских домов? Да. Ты, сегодня решил не заморачиваться. Такой простой вопрос задать. Обычно у тебя сложные такие вопросы. Да, то. Когда сложно, тогда еще отвечают очень долго. Да. Иногда ответить не успеваю. Я могу и на этот вопрос отвечать очень долго. Вспомнил я, какое отопление в большинстве деревенских домов. Как приятно находиться с этим отоплением рядышком. Приятно смотреть. Да. Можно я тогда задам вопрос вам? Да. Я в интернете столкнулась с таким явлением, словом лесопед. Лесопед? Да, что означает велосипед. Велосипед, да. И у меня возник вопрос, это диалект или это просто неправильное произношение это слова? Это больше неправильное произношение, да, это такое просторечие, именно, связанное с тем, что дети не выговаривают слова. Я бы сказал, лень, наверное, выговаривать полностью слишком это слово. Велосипед. Лесопед. Велесопед. Ну, а вы слово, кстати, велик используете? Да. Велик, бывает. Да? Детка. Да, но это тоже ведь сокращение. Это просторечие. Да, просторечие. Есть звонок, да, у нас? Саш, приветствую нашего слушателя. Как тебя зовут? Меня зовут Всеволод. Всеволод, говори громче, пожалуйста. Сколько тебе лет? Мне 11. В какой школе ты учишься? 18. Всеволод, скажи, да вы все уже знаете про меня. Я постоянно участвую, да? Какой-нибудь новый вопрос задайте. Новый вопрос, Саша, какой-нибудь задай. Пойдет, например, сегодня Всеволод гулять? Всеволод, ты сегодня пойдешь на театральную площадь? Да, пойду. Я тоже пойду на театральную площадь. Вы там встретитесь. Да. А ты будешь кататься на велосипеде? Не, не так. На лесопеде. Ты катаешься на велосипеде? Умеешь? У тебя есть велосипед? Умею. Умеешь. А есть велосипед? Да. Есть, отлично. Ну, я тоже сегодня буду на велосипеде кататься. Значит, точно встретимся? Да. Ну, давай, Сева, отвечай на простейший вопрос Миши Голикова. Какое отопление в большинстве деревенских домов? В большинстве деревенских домов печное отопление. Правильно. Неправильный ответ. Правильный ответ. А ты, кстати, Сева, умеешь печь растапливать? Да. Умеешь? А у тебя кто-то из родственников в деревне живет? Да. Да. Бабушка, дедушка? Бабушка. Бабушка. Ну, вот такой Сева немногословный. Сева, что ты хочешь получить? А можете озвучить билеты? Билет куда у нас есть? Вот я бы тебе так посоветовала сертификат на бесплатное семейное посещение собачьей деревни Мохнатия. Мы вот были как раз всей семьей, нам очень понравилось. Были там 2,5 часа. Сев, пойдешь в Мохнатию? Нет. Пойдешь? Нет. Нет. Хорошо, тогда пообщайтесь, пожалуйста, с нашей помощницей Верой, и вы договоритесь о том призе, который ты получишь в итоге. Так, далее продолжаем наш разговор про диалект наш замечательный. Ну, раз уж мы коснулись темы тех предметов, которые находятся у нас в студии сегодня, сразу. Эти лапти не дают покоя молодым людям. Давай, молодые люди, забирайте лапти. Нет, давайте не будем забирать экспонаты из нашей лаборатории лингвистической. Угу. Вот. Как вы думаете, из чего сделаны лапти? Сукно. Из бересты? Ну да, из бересты. Бересты, да. Да, конечно. Вот. А береста это с какого дерева? Это с березы. С березы. С березы. Ну, логично. Да. Ну, также лапти могли делать из лозы. Из лозы? Да, или из пеньки. Простите, ива. Да. Ива. То есть ивовые прутья. Да, угу. И обычно еще снизу их подбивали еще раз какой-нибудь берестой или лозой, то есть чтобы подошва была более плотной. Аня, напомните, пожалуйста, что такое лыка? Лыка – это вот то, что обдирают с деревьев, тоже как бы лоза. Да, то есть лозу делают. Угу, угу. Вспомнил параллельно просто слово. Вот. И также лапти в нашем вятском диалекте называли мокроступы, босики, берестенники, ступни и бочкари. Причем бочкари – это особый вид лаптей, и на них ходили на лыжах. Вот. На лыжах? Да, представьте себе такую ситуацию. Да. Зимой? Зимой, на лыжах в лаптях. Холодно же. Ну, а что поделать? Такая была вятская деревня. А, ну, там же лапти, а сверху-то что наматывалось? Анучи. Правильно, да? Да? Или онучи? Онучи. Онучи все-таки, онучи, наверное, да. Да. А вот, давайте перейдем к любому другому предмету. А это лапти вот какого, это лапти какого размера, хочется спросить? Гиря. Честно, я не знаю, какого размера. Качаться. Это вы думаете, что это гиря, да? Да. Ну, гирька, да. А если я сделаю вот так? Колокольчик. У коров такие были. Вот, правильно, уже это отвечает Саша. Это да, коровам? Это действительно. Да. Только называется оно ботало или кутас в нашем вятском диалекте. Да, ну, ботать. Как бы производить такой звук.
действительно вешалась на шею либо корове, либо лошади, в то время как... Пойду ночи в полеск. О, ты, у тебя еще голос замечательный. Вот, в то время как корова или лошадь паслась без пастуха, то есть чтобы сразу ее услышать издалека и знать, где она находится. То есть если перестала ботать, да, значит, слишком либо далеко корова ушла. Убежала, либо уснула. Вот. Лежит на травке. При этом... Лежит. Коровы не лежат, они стоят. Русский же человек. Коровы лежат, умеют лежать, конечно, да. Когда они устают, они ложатся на землю. Я в деревне видел. На травушку, да. Вот. Но ботолом еще в вятском диалекте называли пустомелю и вруна, язык болтливого человека, легкомысленного человека, то есть того, кто ботает из стороны в сторону и не знает, чем заняться, и бездельника. Вот. И я, значит, ботала. Кто ты? Ботала. Ботала? Бездельник. Смотри, Саш, мы запомним это слово. Будем тебя впредь ботолом величать, звать. Как бутылка по-английски. А как вы думаете, вот это что такое? Так, Анна сейчас держит в руках продолговатый предмет, комментирую я для тех, кто не смотрит видеотрансляцию. А, это для сосисок в тесте, вот так в тесто. Для сосисок в тесте? Да, так сделаю. Оригинально. Продолговатый предмет, зауженный с двух сторон, внутри у него... Туда что-то протевалось? Прорезь прямоугольной формы такой удлиненной. Это для одежды? Это связано с одеждой. Это элемент ткацкого станка. Называется он челнок. Ну, похоже немножко, да, на лодочку? Да. А вот, здесь была катушка с нитками. И нить поперечная продевалась среди нитей основы. Угу. Вот, то есть это элемент ткацкого станка. Видели когда-нибудь, может быть, в музеях? Да. В краеведческих, да? Да, да. Обычно мы... Вот я вижу, вот это копье. Нет, это не копье. Это веретено? Это веретено. Веретено. Да, это веретено, действительно. То есть это приспособление для ручного прядения пряжи. На станках легче. Так, а, кстати, знаете, как пряжа-то получается? Что? Из шерсти овечки. Так, соответственно, что делают сначала с овцой? Это обстригают. Придут, получают. Нет, сначала его еще там... Шерсть еще обрабатывают. Обрабатывают специальными методами. Господи, вымачивают, да, кипятят, по-моему. Да, чтобы она была более такая, да, мягкая. Да, потом вот это все... И затем уже вот это вот делают, как называется, кудель, по-моему, не могу точно сказать. Вот, и потом уже вот из этого, как бы, мохнатого комка делают потихонечку нити, спидают ее именно вот. А потом жилетки для нас. Так, я предлагаю все-таки вопрос задавать уже следующий. Злата, давай ты вопрос задашь. Хорошо. Будет у нас ответ, мы сделаем небольшую музыкальную паузу. Задавай. Назовите главные условия формирования диалектов. Главные условия формирования диалектов. Может быть, как-то упростим? Анна, помогите упростить. Ну, допустим, просторечия встречаются на территории всей нашей области и также всей России. Чем от просторечий отличаются диалекты? Как они формируются, да, диалекты, как они, да? Формируются. Можно просто сказать, где они формируются. Где они формируются? Да, где формируются диалекты? Нет, это немножечко уже. Нигде. Нигде. Как они формируются все-таки, да? С помощью чего? При каких условиях? При наличии каких факторов, так скажем? Ну, это уже вопрос такой посложнее, да, 211-101. Ждем вашего ответа. Ну, а пока все-таки музыкальную паузу мы сделаем. Послушаем замечательную песню, сказочную такую, «Баба-Яги». Рыбки, птички, я с ними не шутки шучу. Сырым их ем по привычке, солю, мариную, копчу. Солю, мариную, копчу. Солю, мариную. Кипи вода, купи очаг. Кипи вода, купи очаг. Недаром я не сплю. Ведь мальчика и девочек, ведь мальчика. Продолжается программа «Открывашка». Добро пожаловать к нам в нашу студию. 211-101, номер нашего телефона. И видеотрансляции есть на сайте kirova.ru. Еще раз напомню, кто сегодня в студии присутствует. Меня зовут Владимир Сметанин. На правах полноценных ведущих сегодня Злата Андреева, Саша Копылевич, Миша Голиков. Давайте еще раз скажем всем доброе утро. Доброе утро! Отлично. Какие слова уже новые сегодня узнали, старинные вятские? Что запомнилось? Кура. Курича. Курича. Курича запомнилась. Цай. 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 Раменье.
Раменье. Ботало. Поехали в Раменье. Раменье. Я, кстати, забыл, в каком районе находится. В Куменском районе. Куменский. Да. Точно, точно, да. У меня дед туда ездит в шахматы играть. В шахматы в Раменье? В Куменский район. Да? Угу. Вот именно в Раменье? Нет. Или просто в Куменский? Просто в Куменский. Да? Отлично. Успешно играет? Да. Хорошо. Так, напоминаем, что мы сегодня говорим о вятском диалекте, так называемом. А сейчас мы отправимся далее. А, да, кстати, вопрос нужно напомнить. Да. У нас еще нет правильного ответа. Нету звонка. Злат, напомни. Назовите главные условия формирования диалекта. Главное условие на формирование диалекта. С твоего позволения я все-таки подскажу, да? Это связано с людьми. Да. Да. Подсказал. 211-101. Ждем ваших звонков. Если вы ответите неправильно с первого раза, мы вам будем подсказывать, помогать, так что без приза вы не останетесь. Вы, главное, дозвонитесь. 211-101. Так, давайте дальше. Да, и Анна Челкова, студентка факультета филологии и медиакоммуникации ВятГУ, знакомит нас сегодня вот с этой стариной. И мы сейчас куда отправимся? На экскурсию? Да, я думаю, что мы сейчас с ребятами посетим деревенский дом, будем представлять, что я ваша подруга из деревни, вы ко мне приехали, и вот я вам рассказываю о моем доме. Но при этом я, конечно же, буду использовать диалектные слова, а вы мне будете их пояснять. Ну, то есть говорить, как это звучит в литературном русском языке. В угадайку будем играть сейчас. Да. Постараться объяснить. Ну, они будут достаточно простыми, то есть вы можете догадаться с помощью вашей логики. Итак. Итак, вот мы с вами входим во дворицу. Что во такое? Двор. 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 Да, это двор. И закрываем калитку на вертлюжок. На петлю. Нет, это не совсем замок, это вот такая деревяшечка, которая прикручена на гвоздик, и нам вот так вот закрывают. Закрывают и открывают. Видели когда-нибудь в калитку? Да. Под, подтверждаю, как человек, не сделавший ни один вертлюжок, да. Делается очень просто. Берется любая досочка. И гвоздь. Немножко ее так вот пообтесать ее вот немножко, и на гвоздь. Пуп, и все. Наждачкой. Ну, наждачкой, мы да, чтобы занозы потом не ставить, да, на руки. Итак, перед нами вход в ограду. Ограда. Дом. Дом с хозяйственными постройками, в принципе. Да. То есть это территория, которая обнесена стенами. Ну, похоже на огород. Не совсем. Огород не входит ограда. В ограду. Огород это все-таки уже дворец. От слова городить все-таки, да? Городить, огораживать. Понятно, да? То есть это когда все хозяйственные постройки находятся под одной крышей с домом. И по правую сторону мы видим денник. Печка. Денник. Нет, мы еще не зашли в дом, мы еще только в ограде. Денник, хлев. То хлев. Есть это место, где находится... Коровы. Например, ну, домашнее животное. Да. А почему денник? Денник, это вот именно для лошадей, в принципе. Для лошадей, хлев. А происхождение слова, там, есть какие-то однокоренные слова? Лошадь, день. Слово день все-таки, да? Денник. Интересно. И по левую сторону находится лаз на подволоку и клеть. Что такое подволока? Там, где курицы. Нет, до куриц мы еще дойдем. Подвал? Не уходите от микрофона. Банька. Нет, подволока – это чердак. Это место под крышей до самого вот как бы дома, да? Место, где люди живут. А клеть... А я знаю, сейчас в деревнях говорят, как же это говорят... Так, подловка или как? Да, подловка это то же самое. Подловка, да. Вот это да. Подловка. На подловку, да. Это, в принципе, просто перестановка двух звуков. Ну, хорошо, дальше. Значит, в клете, я уже не буду вас мучить, клеть – это место, где хранится зерно и мука. Это такая холодная комната. А зерно откуда там берется? Парусельная комната. А зерно откуда там берется в клете? Собирают на поле. На поле. Ну, а перед тем, как собрать, нужно что его? Вырастить. Садит одним летом, вырастает другим летом, собирают. Подожди, нужно начать с того, что землю нужно подготовить. Вспахать. Ага. Потом посеять. Потом ухаживать. А потом уже жать. Да. Да. Надо далее мы с вами заходим в зимник. Что такое зимник? Теплица. Дом. Это дом. Это дом, это часть дома, где живут зимой. Был еще летник, то есть это место, куда переезжали летом. Также была летняя кухня и зимняя кухня. Так же, как сейчас в квартирах есть летняя комната и зимняя. Ну да, это как веранда, можно сказать. Ну, я правильно понимаю, летник не отапливается, да? Нет, летник не отапливается. Нет, а зимник, соответственно, зимник отапливается. Печкой, да. В летнике есть комары, в зимнике нет. Ну, в зимнике зимой и так его не, ну, как бы их нет. Далее в середи бабушка стряпает. Что такое середь? Этот прялка, станок ткацкий. Серить это тоже комната, и если бабушка там стряпает, кухня. Это кухня, а стряпать это печь. Делать печь. Да, это готовить.
Причем не только для людей, там, например, да, хлеб или что-то, но и для животных, да, которые... Для животных есть снопы сена. Угу. Угу. То есть это такое вот место непосредственно возле печи, да? Да. Возле очага, что называется. Да. Угу. Бабушка ставит квашню в катке. Что такое квашня и что такое скатка? Смешное слово квашня. Катка – это банка, а квашня – это эти мариновые продукты. Которые... Какие продукты? Нет, мы уже с вами решили, что она стряпает, значит, она что-то собирается печь. И катка – это... Тесто. Будет... Да, тесто, квашня – это тесто, а катка – это... Печка. Нет, это емкость. Это емкость, в которой это тесто замешивается. Катка, кадушка, да? Есть просто с медом эти кадушки. Ну да, в принципе, это то же самое. Да, слушайте, у нас время бежит, а у нас нет звонка. 211-101. Мы задавали вопрос. Повторите вопрос. Давайте мы этот вопрос сейчас, правильный ответ на него скажем. Злат, говори правильный ответ, ну, потому что нам нужно разыгрывать все-таки призы. Мы сейчас другой вопрос зададим. Давайте проясним, при каком же условии. Это условие, люди, которые формируют диалекты, должны жить на одной территории. Угу. Желательно в глуши. Ну почему в глуши? Ну, почему? То есть вот жизнь сообщества людей на одной территории – это как раз-таки главное условие формирования, да, определенного диалекта, не только в нашем регионе, это безусловно. Да, да? Конечно. Вот, например, по поводу буквы О я знаю, что в Вологодской области тоже на УТО налегают. Я там ездил. Во всех северных, да? Да, да. То есть это есть северный, есть южно-русский. У них огурцы. Огурцы? Да. Допустим, если мы сейчас с вами окажемся в Ростове-на-Дону, мы будем очень сильно замечать, что они говорят с таким ярким звуком «а». То есть они будут, наоборот, у них будет молоко. Молоко. И все остальное. Арка! Да. Я помню, общался с ребятами из Иваново, из Ивановской области. У них там налегают на «я». 15, говорят. 15, пятнашки. Вот как-то так вот. А можно я тогда еще один вопрос задам? А легче он будет, Влад? А можно? Ну, в принципе, наверное, да. Легче? Хорошо, задавай. 211-101. Подберите синоним слова «калякать» из современного русского языка. Калякать? Калякать. Я думаю, это простой вопрос. Что такое «калякать»? В принципе, мы, наверное, сейчас этим и занимаемся. Нет? Ну да. Примерно. 211-101. Что такое «калякать» в современном русском языке? Так, продолжаем дальше экскурсию. Продолжаем. Итак, бабушка у нас стряпает, то есть она готовит и ставит квашню в катке. А квашня, кстати, это постное или все-таки дрожжевое? Без разницы. Без разницы, это все квашня? Да, все квашня. Завтра будут пряженники и шанишки. Оу. Шанишки – это пирожки такие вкусные. Шанишки – это… А из чего? Да. Миш. Они бывают с творогом, бывают с вишней. Ну, это я точно знаю. Что, Злата? Ну, что такое шанюшки? Давайте сначала уж разберемся. Пирожки. Шанюшки, шанги. Это то же самое, да? Да-да-да, это то же самое. Да? Мы называем это другим словом сейчас. Шарлот. Лепешки. Шаньга с творогом, пирожок. Ну, вот с творогом вкусный. Это правильно, а вот с вишней я бы не сказала, что... Я ел с вишней. Я, пожалуй, не буду утверждать, что может так быть или не может так быть. В магазине написано просто «шаньга с вишней», 23 рубля 70 копеек. А это не одно и то же, что ватрушка? Изначально, да, это ватрушка. Ватрушка. Это именно вот то, что с пюре наверху. А, да. Давайте звонок все-таки примем, да, прошу прощения. Так, Саш, давай, общайся. Привет. Здравствуйте. Ой, кто это дозвонился? Сколько Витя. Тебе... Витя. А, Витя, ты уже звонил нам, да, Витя? Сколько тебе лет? 8. Ну, где учишься? Ты так скромно говоришь. Почему скромно? Нет, он просто волнуется, возможно. Да. Вить, где ты учишься, напомни. А, в 70-й школе. Ой, отлично. В первом классе, да? Да. Отлично. Гулять сегодня пойдешь? Ага. Ну, на площадь? Театральную. Что-то, Саша... Нет, ну есть шашлыки. На шашлыки? Ого. Сегодня? Слушай, а можем мы напросимся? Вместе с тобой на шашлыки. А? Ладно, ладно, шучу. Так, давай еще раз повторим вопрос и ответ. Ответьте, выслушаем. Подбери синоним слову «калякать» из современного русского языка. Ответ? Разговаривать. Разговаривать. Злат, правильный ответ? Правильный ответ. Правильно. А вот все-таки я хочу уточнить, калякать, разговаривать по делу или без дела? Ну, вот просто вот перебирать все. Болтать, без дела. Болтать, без дела, да, болтать. Все-таки? Калякать, значит, болтать без дела. Да. Там, о погоде, там, не знаю, о жизни, да, о доме, о семье. Вить, правильный ответ. Что ты хочешь получить? Ты уже что-то выбрал? Квест. Еще раз?
Билеты на Вятский квест. Вятский квест. Отличная штука. По-моему, Саша Копылевич был, да? Да, там очень интересно. Сначала, я не буду сейчас заговорить все. Ну, давай, в двух словах. В чем смысл квеста? Нужно будет отгадать все загадки, найти узлы на канатах и упасть в сундук. Там, по-моему, по времени какое-то еще ограничение есть, да? То есть, да, успеваешь... 60 минут. 60 минут. То есть, если успеваешь уложиться в час... У тебя есть один час, если ты за час не выберешься. Если ты там, например, в одной комнате долго, то на одну комнату одна подсказка. Ага. И если не успеешь, то где-то там застрянешь в истории, да, по-моему? Да, в прошлом времени. Да, то ты остаешься в комнате. Отлично. Нам приходилось в миг лазить в бочки. Вить, мы поздравляем тебя. Не клади, пожалуйста, трубку. Наша помощница Вера объяснит, как забрать эти билеты. Так, далее продолжаем нашу экскурсию. Но я хочу сейчас Анну все-таки попросить тоже задать вопрос нашим слушателям. Давайте. Следующий вопрос. Я про Сашу все время забываю. Ладно, вот сейчас Аня, потом Саша у нас все-таки. Слово «абабок» обозначает: вариант первый – гриб под осиновик, вариант второй – гриб под березовик и вариант третий – старый пень. Легко. Легко гриб очень. Под березовик, гриб под осиновик, старый пень. Я бы задал другой вопрос, наверное, по поводу абабка. Какого он цвета, я бы спросил. Да. Но это дополнительный вопрос будет, какого он цвета. Звоните 211-101, ну а мы продолжаем нашу экскурсию. Да, мы с вами продолжаем готовить на кухне у бабушки. И на верхосытку. Очень, кстати, такое... Полку. Что такое на верхосытку? Полка. Нет. Верхосытка. На верхосытку у нас будет губница и картошница. На картошка на и... Этот, мясо и картошка на доску разделочную. Смотри, ну давайте на разбирать. Ужин или на обед? Нет. Нет, а смотри, верхосытница, ну, ключевое слово сытница, насытиться, то есть миска, тарелка. То есть смотрите, вы сначала поели пряженики и шанишки, а потом у вас на верхосытку еще какое-то блюдо. Десерт. Ну да, то есть вы уже наелись, у вас уже места нет. Ну, как бы покушать-то еще. Понятно, где есть там. Да. В желудках. Картошки и мясо. А губница. Что за губница такая? Губы. Вот это такое. Это грибы. Да, это грибы. Грибы? Да, это в Вятском крае именно грибы. Губы. Люблю опять букву Р. Вечань, да. Проглотили. Р. А, и картосница. Вот переведите мне, что это за блюдо такое у нас его. Картошка. А, какая? Картошка. Жареная. В мундире. Нет. Ну, у нас очень часто его готовят, очень любят. Это такое блюдо французское, а вот русское ему такое. А, да, по-французски оно красиво звучит. Да, это картосница у нас. Ну, Миш, Злата. Жареная жамундири, вот, картошка, вот, вареная картошка. Ну, вот можно сказать, можно с котлетой. Это есть, да? Пюре. Вот сейчас вот мы. Это пюре. Пюре, да. Да, это просто мятая картошка с молоком или с водой. А вам, кстати, как вкуснее, с молоком или с водой? Молоком. С молоком, конечно, вот вкуснее. Вообще без ничего. А еще с кусочком масла, да, сливочного? Да, да. Здорово, вот да. Пельмени с маслом. Угу. Так, продолжаем. Дальше мы с вами смотрим на печь. И печь у нас большая. Так, я забыл, мы вопрос задали? Да, мы задали вопрос про абабок. Про абабок. Угу. Уважаемые ребята, девчонки, мальчишки, ну что же вы не звоните? 211-101, простой вопрос. Что такое абабок? Гриб под березовик, гриб под осиновик или старый пень? Последний вариант сразу исключаем, подсказываю. Под березовик или под осиновик, звоните. Тогда легко, очень легко. Очень легко. Дальше. Мы с вами смотрим на печь, и печь у нас большая, и на палатях нам всем хватит места. Палата – это вот сверху. Да, это сверху, над печью. Это место, где люди спят. Да, хочу на печь. А почему именно над печью, хочу я вас спросить, Миша, Саша? Потому что там тепло. Конечно, потому что там тепло. Особенно зимой там спят. Да, ну и, кстати, так, по законам физики, да, теплый воздух, он же всегда поднимается вверх, и там теплее всегда. Мы ездили как-то в деревню, и когда было очень холодно от реки... А там... в деревню здесь? У нас? Нет, или в у себя на родине? В Сибирь. Ты же из Новосибирска, да? Нет, я из Красноярска. Из Красноярска, ой. Кстати, Красноярский край... А, нет, ладно. Это второй по площади регион России, да, ведь, по-моему? Да. Красноярский край очень большой. Мы туда ездили, и там очень холодно, когда было летом даже. Там один раз летом снег шел. И мы спали, кто на раскладушках, они мерзли, и два человека на печку поместили. Ну, это отлично поступили. Все бы, наверное, так сделали. В печке весело, какао варить. Так, дальше продолжаем экскурсию. А сейчас будет очень сложное слово. На голбице можно просушить сапоги, а в печурке рукавицы. Что такое голбиц? Голубь. Злата, Миша, подключайтесь. Веревка такая, на которой сушат. Это часть печки. Мы по ней поднимаемся. Труба. Нет, мы поднимаемся по ней на печку.
Это лесенка. Ступеньки. Это лесенка, да. Эта лесенка также можно было назвать голбицем, сход, наоборот, в подвал. Ага. Вот, то есть это такие ступеньки и площадка верхняя. А что такое печурок? Это часть печки. Печурок. Там, где труба, или там, где этот рот у печки. Это не рот. Печурок, печурок. Ну, давайте еще. Ну, или примем звонок. Давайте я. Давай, Злат, принимай. Привет, как тебя зовут? Здравствуйте, меня зовут Вика. Вика, очень приятно. А Вика, сколько тебе лет? 11. Вика, из какой ты школы? Из 10. Из 10. Имени Циолковского, да? Да. Да. А как ты вообще узнала про нашу программу? Ну, я у вас была один раз ведущей, и как бы, когда я не хожу на тренировки, я звоню. А, отлично. Ну, мы тебя будем ждать все-таки в нашей студии, если у тебя будет все со временем в порядке. Ну, а теперь мы ждем правильного ответа на вопрос. А бабок, что это такое? Гриб подберезовик или гриб подосиновик? Ну, а бабок написано то, что его называют и подберезовик, и подосиновик. Так все-таки подосиной или подберезой? А какого он цвета, Вик, ты знаешь? Ну. Какого цвета гриб абабок? Время идет. Ножка беленькая. Он у него ножка беленькая. А шляпа? А шляпа такая красненькая. Черная. Вот, да. Не совсем да. Черная. Красненькая, мы его в просторечии называем красноголовик, да? А это все-таки абабок. Красноголовик, да. А это все-таки абабок, он темненький, коричневенький такой, серенький. Это как у дятла тогда можно тоже на красноголовиком назвать, у него шапочка красная. Так, Вика. Вик, засчитываем твой ответ. Что ты хочешь получить? Уже ясно, понятно уже, что конкретно? Билет или книжку? Какие у вас есть билеты? Так, давайте все-таки передадим возможность пообщаться Вике с нашей помощницей Верой, да, все-таки, чтобы не терять время. У нас остается буквально 7 минуток. Вот сейчас Саша Копылевич дорвется все-таки до вопроса, до того, чтобы вопрос задать. Давай, Саша, сложный вопрос? Да. Сложный? Нет. Нет, давай. Ну, ждем тебя. Где выделялись диалекты, вот именно какая-то группа диалектов, где они находились, в каком месте? Говорил, что несложный вопрос. На территории. Это очень легкий вопрос. Ну подскажи, не называя правильного ответа. Там есть слово диалект. Диалект? Да. Так, Анна, помогите нам все-таки сформулировать более четко. Так, еще раз давай, где формируется группа диалектов и где они находятся? Первое слово диалектные. Диалектные. Второе слово отгадают слушатели наши. Ну ты даешь, хорошо. 201-101. Диалектные, дальше миллион слов будем гадать, подставлять. Так, экскурсию нам еще, мы еще не завершаем. Нет, мы еще не завершаем. Подсказка в Википедии найти можно. А, хорошо, спасибо. Все дела в Википедии. Mm-hmm. Итак, в горнице мама качает зыбку. В комнате мама качает дитя. Да, это колыбель. Колыбель. Это колыбель зыбка. Да. Типа она спит. Mm-hmm. Да. А, в ней мой младший брат. Он совсем махонький. Махонький. Маленький. А вечером мы с вами за коровой пойдем. Она у нас буреная. Какая? Буреная. Бурая. Бурая. Ну, цвет это какой? Буреный. Бурый. Коричневый. Это коричневый. Это, как медведь. Это коричневая корова с белыми пятнами. Только она мычит, а не ревет. Да. А, и она у нас годовница. А ей один год. Ей один год. Е. Правильно. А, еще в нашем хлеву есть ряжки. Ряженка. Нет. Кто такие ряжки? Курицы. Петушки? Нет. Свинки. Гуси? Давайте свинки. Я вам прочитаю полностью предложение. Угу. Еще в нашем хлеву есть ряжки, маськи, крикуши и сильки. Это птицы? Так. Ну, это разные. Ну, давай крикуши – это утки. Давайте крикуши – это утки. Крикуши – утки. Так, угу. Давайте по порядку разбираться. Так, следующее слово. Ну, ряжки. Ряжки. Ну, какие еще в хлеву могут животные содержаться? Овцы. Ну, я предположу, те, которые хрюкают, как называются? Свинки. Свинка Пеп. Да, это свиньи, да. Поросят. Хрюшки, ряжки. Ряжки, хрюшки, да. А, маськи. Свинка. Маськи. 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 Вот мы говорили про веретено-то, Саш. Овцы. Да, это овцы. Овцы. И сильки. Сильки. Злата, Миша.
Сильки. Кто такие сильки? Курицы. Это курицы, действительно. Это цыплята маленькие, да. Сильки. А, наверное, цып-цып-цып, силь-силь-силь. Вот, какой-то, да, отсюда. Да, именно. Итак, мы с вами экскурсию завершили. Завершили. Да, у меня к вам еще остается несколько вопросов. Анна, подождите, есть звонок-то у нас, нет? Нету? Саш, ну вот сложным оказался все-таки вопрос для слушателей. Давай, говори правильный ответ, и будем следующий вопрос задавать. Диалектная зона. Можно я задам вопрос другой полегче? Есть, ну, простой вопрос. Очень легкий. Хорошо, давай. В чем стирали одежду в деревне? В чем стирали одежду в деревне? Может быть, до сих пор. То есть, емкость ты имеешь в виду, Саш? Саш, поговори со мной. Это... Емкость ты имеешь в виду? Как емкость называется? Ну, у нас стиральная машина, а у них... На букву К? Нет, на букву Т. Давайте так. Давай так, хорошо. Стиральной машины нет, стирка в... В чем? В чем? Как называется емкость? Анна, вы поняли, о чем идет речь? Да, я поняла, о чем идет речь. Хоть кто-то понял, о чем идет речь. Ну и вопрос, Саша, сегодня у тебя. Есть звонок? Нету? Ждем. У нас остается буквально 4-5 минут, кстати, предупреждаю вас. 211-101. Подарков у нас еще много, книжки замечательные в том числе. Так, вопросы кому? Ребятам? Да, вопросы ребятам у нас еще есть. А, вот смотрите, у нас очень язык противоречивый. Есть у нас в вятском диалекте такое слово «ведра». Ведра. Ведренный. А, варианты ветренный. Ответа? Нет. Варианты ответа. Первое. Это сосуд для воды. Второе. Это хорошая погода. И третье. Это пасмурная погода. Пасмурная погода. Нет. А как вы думаете, мальчики? Хорошая погода. Это хорошая погода. Поясните, почему хорошая? Ну, вот потому что вот так сложилось. А я думала, ведренный. Ведра. Там же ведра. Вода? Может быть. Нет, это действительно, это большинство, когда слышат вот такое слово, они считают, что это либо пасмурная погода, либо это сосуд, ну, ведро. Вот. Но в вятском диалекте это действительно хорошая погода. Есть звонок, да? Наугад так. Есть звонок, Миша? О. Общайся с нашим слушателем. Привет. Привет. Сколько тебе лет? 8. А как твое имя? Арсений. В какой школе ты учишься? 18. А на какие оценки? На 4 и 5. Молодец. Что ты хочешь... Ой, господи, ты еще ж правильный ответ еще не дал. Давай, ответ. В тазах. В тазах? Да. Это правильный ответ. Таз? Тазик. Тазик. Ну, корыто-то тоже, наверное, правильный ответ. Да. Да. Корыто. Я тоже сначала подумала на корыто. Ну, помните сказку-то про рыбака? Да. И золотую рыбку? Да. Хочу корыто новое. Корыто. Не простое, а золотое. Ты уже определился, какой приз хочешь получить? Да. Что? Билет. Куда? Мохнатю. В киномаг. В кино. А есть у нас? Да, есть билеты. Да, отлично, все, хорошо. Поздравляем тебя, не клади трубку. Тебе еще раз напомнят, как билеты можно будет забрать. Звукорежиссер у нас Денис Князев. Ты позволишь нам еще один вопрос задать? Кто вопрос будет задавать? У кого вопросы есть? Только вот, чтобы несложные, чтобы успели. Я. Самый легкий вопрос. Ну, давайте девушке предоставим. Ладно, возможность. Давайте. Злату у нас все-таки будет задавать. Подберите синоним слова «утлый» из современного русского языка. Утлый. 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 Это к человеку относится, да? А ну, человека так можно говорить? Ну, возможно. Да, возможно. Я да? предполагаю, так, но это не... Но это не точно. Сейчас, подожди, со слушателями с нашими поиграем. 211-101, торопитесь, у нас буквально пару минут остается. Игра называется «Угадайка». Утлый. Ну и мы сейчас тоже еще продолжим, да? Да, еще один вопрос для Миша, осторожно, людей микрофон. Нашей аудитории. Есть такое слово в вятском диалекте «свербия». Свербия. Змея. Нет. Первый вариант ответа – это болезнь. Ну, то есть что-то такое, связанное с тем, что постоянно зудит. Хворь. Второй вариант – это подвижный и беспокойный ребенок. И третий вариант – это сверло. Точно не сверло. Точно не сверло. Это не сверло. И Злата права. Это действительно подвижный и беспокойный ребенок. Подвижный и беспокойный ребенок. У меня, кстати, есть правильный ответ. Спасибо, я себе распечатал. Ах ты, вот интересное, да, слово? Ах ты, какая свербия. Ты куда свербия понеслась-то так, да? На велосипеде. Есть? Что, нету у нас? Нету, да? И время уже, да, поджимает. Мы общаемся с нашим звукорежиссером. Хорошо, давайте все-таки... Мы немножко не успели, да? Поиграть, ладно. Да. Но в целом мы рассказали, да? В целом ведь рассказали о нашем вятском диалекте-то, да? Особенном.
Пусть это, конечно, и не по правилам современного русского языка, но все-таки в этом есть что-то такое, да? Что-то такое душевное, теплое. Это же все-таки наша история. Для кого-то родное. Да, действительно. Да. Это же все-таки наша история. Вятский диалект – это все-таки очень важно для нас, потому что мы таким образом сохраняем наши традиции, мы должны его хотя бы немножечко представлять себе, знать об этом. И вятский диалект является все-таки источником для обогащения русского литературного языка. Саш, два слова буквально. Представляете, кто у нас сейчас из деревни слушает и думает. И плачет сидит. Как же, на каком же родном языке ты сегодня у нас передача, да? Здорово, да? Ну хорошо, давайте я благодарю всех, кто в студии. Злата Андреева, Саша Копылевич, Миша Голиков, Анна Чулкова, наша сегодня помощница и экскурсовод сегодня, да, такой. Благодаря ей мы совершили. Ну и я. И давайте еще раз всех поздравим с завтрашним праздником, с 1 мая. Пожелаем всем отлично провести эти праздничные выходные. Мир, лень, май. Мир, лень, май. Хорошо. Да. Пожелаем всем провести отлично, да, этот день, ну и набраться сил. И хорошо? Всем пока. Всем пока. До свидания. До свидания. Пока. Детская познавательная программа «Открывашка».